can you give me the key? Yes, my husband. Thank you. Еще раз всем привет. Сейчас я нахожусь на рынке в Чангмае, который называется Катмунмай. Этот рынок, он тайский рынок. Очень большой, здесь несколько улиц. И почти что тут нет туристов. Это все для тайцев больше. Вот тут продают дуриан за килограмм 140 бат. Не только дуриан. Это разделывает его. Сегодня 13 марта. И уже где-то градусов 33, наверное. Обещают сегодня 35. Вот у него такая специальная перчатка, окутывает газету. Выбираешь дуриан, его вот так раскрывают. Но я пока что не буду покупать. Скоро себе куплю тоже дуриан, буду дегустировать. Пока что так покажу вам, в общем, что еще здесь продается в этом рынке. Вот ананасы такие. 20 бат ананас. Цены тут, конечно, не для туристов. Но очень дешево, качественные все фрукты, продукты. Вот такой кулек кокосов 170 бат, 200 бат, тут, наверное, штук 10, наверное. Уже разделаны уже все. Арбуз за 100 бат можно купить. Дыни. Сейчас я еще посмотрим, что еще тут продается. Ананасы какие. Целый мешок ананасов за 80 бат. Вот такие громадные, смотрите. Большие какие. И не то, что там. Гуява. Я, наверное, в ту сторону не пойду, наверное, в эту сторону сейчас пойду. Ну, конечно, с мандаринами, с апельсинами у них очень слабо. Но у нас в Израиле они намного красивее. И яблоки тоже. На целый склад там. А вот зато манго у них очень сладкое, посмотрите. Желтое. Типичный тайский рынок. Ну, по сезонам, короче, у них здесь фрукты всякие продаются. Вот они разгружают чеснок, лук.
короче, там, наверное, ничего интересного. Но я пока отключусь, потом покажу вам еще что-то. Джекфрут. Смотрите, какие они громадные. Большие, внутри маленькие, сладкие такие, их разделывают, вкусно. Надо будет тоже потом купить, попробовать, показать. Уже разделанные кокосы. Ананас. Сезон дурианов сейчас, наверное, в Таиланде так много их повсюду. Посмотрите, как продается здесь лемонграсс. Это такая специя. Особенная, ну, лимон очень ароматный. В салат добавляют всякие. Уже разделанный вот чеснок здесь продается. И всякие корни, вот это тоже очень, это куркума свежая. Это лайм, кафир лайм, тоже очень вкусные вещи. Все это специи очень полезные и вкусные в тайских блюдах. Вот они продают уже такой разделанный лук. Вот, кстати, этот лемонграсс уже порезанный, уже мелко можно купить по килограмм. А вот это, кстати, это черный перец. Вот так вот он выглядит, когда он зеленый. И его тоже, кстати, готовят и добавляют. Очень вкусно. Добавляют в тайское блюдо. И тут еще имбирь есть. Вот. Все свежее. Вот такая вот маленькая продают тут. Смотрим, что дальше еще. Что только не продают на этом рынке. Вот такое специальное оборудование с бамбука, чтобы кидать туда лапшу варить. Вот на этом рынке все продается. Вот для приготовления вот тайского блюда. Все что угодно можно здесь найти. Вот всякие разные штучки такие. Вот из бамбуковая такая вот корзинка. В нее ставят рис и обваривают липкий рис в нем. Вот такой вот рынок. Ребятушки, сейчас еще вам что-нибудь покажу. Вот что-то здесь готовят на углях. Домика. Смотрите, ребята, уже готовые в суп бросать специи. Нарезанный имбирь, куркума, лемонграсс. Здесь уже лимонный сок выжатый. Вот берешь все, покупаешь, уже готовое. Вот это, кстати, черный перец, который зеленый еще. Вот так вот он выглядит, черный перец, когда он спелый. Вот тут уже всякие чили, всякие пасты, всякие готовые уже приправы к рису тайский. Тут же и мясо продают. О, свинина, голова свиньи. Мух, конечно, дофига. Желательно не есть мясо с улицы, прямо так. Драконовое яйцо. Так они его называют. Да, рынок громадный. Здесь много улиц этого рынка. Вон всякие разные чили, перцы. Вот посмотрите. Зелени много всякой. Зелень, вот посмотрите, тоже готовят. Мяту здесь всякую. Вот такой пучок 10 бат. Очень вкусно. Это шпинат, тайский шпинат такой. Да, рынок громадный тут, ребята. Есть что посмотреть.
можно не умереть с голода в Таиланде. Грибы вот всякие здесь тоже. Посмотрите, креветки. Вот такие креветки стоят 180 бат, 140 бат, 300 бат. В зависимости от их размера. Клубника. Кстати, у нас клубника намного выглядит красивее, больше. Кальмары вот за 200 бат, 300 бат. Крабы. Что угодно здесь. Да, тепло сегодня, ребята, тепло. Говорят, плюс 35. Я уже ощущаю эти температуры. Опять же, сейчас 13 марта. И вот уже почти считается самый жаркий месяц здесь на севере. Март-апрель. Лето считается. Вон. Сколько разных грибов. Уже готовые овощи нарезанные, бери их и обжаривай в масле. Горох. Тоже такой гриб особенный. Называется слоновые уши. Очень вкусно в суп добавлять. Все эти грибы, все эти специи, зелень. Помидорчики, суши, засушенные всякие, рыба там была, засушенная, картошка, ну там дальше уже не знаю, ничего, наверное, нету, улица такая, но посмотрим, что там. Продают угли, а вот это, смотрите, такая смола специальная, чтобы разжигать. Она поджигается, очень сильно горит. Заходим в торговый центр Central Airport в Чанг Май. Тут внизу прямо открыли рынок тайский. Вот моя жена с сестрой, с ее. Сейчас будем кушать тайскую еду. А наверху там торговый центр обычный, а внизу тайская еда вот такая вот, смотрите. Пекинский. Это утка по-пекински, короче. Все что угодно здесь можно найти. Только с кондиционером. А не на улице. Жара сегодня плюс 35. Так что мы решили пойти в торговый центр охладиться и здесь поесть что-нибудь. Еще заодно подстричься хочу. И купить еще что-нибудь. Так, для себя, для жены. Сейчас, короче, попьем что-нибудь. Пивка я себе попью.
Ну, а вот, кстати, папайя, салат из папайи. Вот так вот делают его. Ну вот цены, посмотрите, какие салаты. Острый салат с фруктами. 55 бат. So, what you want to eat, honey? Kinarai, so kinarai. I just only want to see one. Kinarai vani. Yeah. She cannot decide what she wants, you know? So just take something and choose you what to pick. You want everything, yeah? Nah, look, this is Thai and northern food, you see? Yeah. Noodles. Такие вот корзинки. Короче, здесь большой выбор тайской еды, очень много всего вкусного здесь. Тайская национальная кухня. Вот. И очень дешево. Это не Пхукет, это Чангмай. Тут цены в 2-3 раза дешевле, чем на юге Таиланда. Да и вкуснее тут, я думаю, тоже. На вот банана с роти, который вчера я ел, тоже уже. Какие тайские блинчики. Ротти называется, с бананом. Ну, мы, короче, сейчас посмотрим, сейчас что-нибудь себе купим. Вот китайский такой вот, испаренный из рисовой муки хлеб. Да, яйца тоже вареные такие, на палочке жареные, вот всякие арахисы, всякие салаты тайские, всякие сахарная вата тоже вкусная. Вон, смотрите, как они делают. Интересные блинчики такие. Их, наверное, потом режут или заворачивают в них что-то, не знаю. Ну, короче, вот Таиланд, ребята. Очень много вкусных вещей. Вот суши бери сколько хочешь. 5 бат суши одна. Бери, набирай. А ну-ка, что они? Что они тут решили себе купить? Жареные сосиски, хот-дог. Fried sausage. Fried sausage. Yeah, fried sausage. Какие сосиски тут. С бейконом, со всякими штуками, вон. Посмотрите, это арахис спаренный, еще даже не жареный. Yeah, на пару приготовленный. И вот смотрите, цветная какая. Корн. Yeah. Кукуруза цветная, на пару все. Манго, чили всякие. Разные фрукты, соленые чили всякие, со специями. Вон там попкорн, все что угодно, короче. Вот так вот прям в торговом центре продают. Вот уже сосиски она себя приобрела. Вон там, посмотрите, машины там продают. Сейчас еще, кстати, я хочу показать вам здесь аквариум большой очень в этом торговом центре. Ну вот, машины, видите. Такой джип, 1 000 000 бат стоит. Исузу. 1 000 000 бат, это 2 миллиона рублей. Очень дешево, по нашим меркам израильским это вообще копейки. Вон, посмотрите, какой аквариум громадный. Вон, рыба какая большая, вау. Короче, большой торговый центр. Я уже давно тут не был. Уже, наверное, лет года 4 я здесь не был. Ну все, ребята, еще будет что-нибудь интересное, я вам покажу. Всем пока что выключаюсь. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте. Заказался салат из папайи без вонючей рыбы.
Without the white powder. This is the sugar palm, no? Yeah, palm sugar. There is the palm of sugar. Это появляется. Короче, набрали мы здесь салат из папайи для меня, sticky rice, липкий рис, вместе с таким вот чили, такая вот перцы жареные. Ну, они не жареные, они на костре сделаны. У них тоже папайя салат, там всякие добавленные крабы, всякие вонючие рыбки, которые я не очень люблю. А это салат с манго, тоже острый очень. И они еще не решились, они еще хотят. Ну а я уже начну есть свой салат с папайей вместе с этим рисом. Значит, приятного аппетита мне. Вот еще они заказали себе такую утку. Такин, но? Так Хонг-Конг. Из Гонконга такой. Она себе такую лапшу себе заказала. What is this? This one, noodle and beef soup. Good? Mm-hmm. You like the Thai food? Mm-hmm. It's your house, no? Mm-hmm. You feel like it's home. Короче, для нее это рай. Ну и для меня тоже, конечно, но очень остро вот здесь, ребята, очень остро. Вот такие вот перцы тайские, очень острые. Так что вы, если будете здесь в Таиланде, осторожно с этим. Go to buy something else. Can you go buy a drink? Yeah. The point.
кокосовый сок вместе с кокосом нарезанным внизу. Just try. Very good. It's like we come here. And how much all these things what we buy? About? I think it's less than 500. Maybe can be 400 something. Вот еще такие сосиски. Короче, все это нам стоило где-то 400 бат, наверное. Это где-то 800 рублей, если вы в рублях считаете. What? No, something like 20 euros. 400 baht, it's 100 euro. What do you think? I forget. 10 euro. 10 euro. You уже испачкались. Алой, май. Быть в Таиланде и не попробовать тайские фрукты, это не значит, вы не были в Таиланде. Тут продают и дуриан, и папайю, и арбуз, всякие вот манго, ананас, грейпфрукты, гуявы, всякие вот папайи здесь. Но я, короче, себе выбрал дуриан. Сейчас возьму дуриан и буду кушать. Я обожаю этот фрукт. Вы многие скажете, наверное, фу, как ты можешь это есть. Но я вам скажу, мне это очень нравится, я люблю. Сейчас будем дегустировать дуриан. Окей. Okay. Дуриан. Okay. Я купил этот дуриан за 290 бат. Сейчас будем кушать. Как я люблю. Вау. Это фреш? Фреш. Очень вкусно. You know, видите, он не такой прям уж переспелый. Он вот только сейчас почистили недавно, но он очень вкусный. Я люблю. Тут много очень витамин. Напоминает вкус. Такой авокадо с сыром вместе, там еще что-то. Ну да, запах у него есть, конечно, но он зависит от того, как, насколько он спелый. Если он переспелый, значит он воняет. А если он такой вот, его только сейчас почистили, и он еще тверденький, он очень вкусный. Вау! Ну, я могу попробовать. Ты любишь? Да. Ты можешь есть каждый день, правильно? Немного. Немного. Я хочу попробовать, но после, для десерта. Vitamin is okay, but it's too much. Okay.
trying to do it, but I will eat later. Очень хорошее качество от дуриана. Окей. Окей. Ночной рынок. Чанг Май. Много чего интересного тут. Вот мороженое продают на тук-туке таком. Полно-полно туристов тут. Здесь бесконечные улицы товаров для туристов. И не только для туристов. И еда, и все что угодно, короче, можно. Let's see the seafood there. Думай. Какие лобстеры. Вот сколько много всего. Это вообще похоже на эту рыбу японскую фугу. Короче, тут же их прямо и готовят, все эти морепродукты. Но мы не за этого пришли сюда, мы уже купили здесь много футболок всяких. Yeah. Вот еще какие ракушки едят, посмотрите. Короче, что тут только не продается на этом рынке. Тамбру, да. Очень много всяких пижам, всяких простыней, шорты, всякие штучки вот здесь, украшения для рук, для ног, все что угодно тут. Бесконечно всякие штук, которых не безделушек, короче. Вон можно сделать тут массаж для ног, рыбный массаж для ног. Так вот сидят люди. Делают массаж. Тут же и на улице делают массаж ног. С той стороны. It's good. You can try. Вот ей понравилось. Yeah. И вот там вот это все продолжается. Тут. С той стороны. И до той стороны. Вот им что-то понравилось ей. Just yeah. Open because I'm, you see, like if I buy it's good, but when it's perfect, no? Yeah. So why not try? Okay. Вот так вот здесь, короче, обрабатывают кокосы вот такой мачете. Вот он их обрабатывает вот так вот. Yeah, we can try. И она вот так вот их обчистывает потом. Снимает полностью все с кокоса, остается вот такая белая внутри сок. А это нам наливают сейчас из таких цветков напиток, который с лимоном вместе сделан. Вот здесь дают попробовать. Вот уже окончательно вот так вот очищивают кокос и ставят в коробочки холодные, которые держат в холодильнике. Лот.
сегодня с еды, ну, очень интересно, музыку поют здесь тоже живую. If you want yogurt egg, it's the honey or lemon. That's good. 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 Together 160 baht, yeah, for this flower juice and also for the coconut. Try. Короче, ребята, если вы в Таиланде, обязательно не позволяйте себе такие вещи. Очень фрукты всякие, соки. Как вам все лично, еда очень вкусная. She also doing. Это тоже самый напиток, только с кокосом. Ее сестра заказала. Улица подделок всяких. Тут можно хорошо сторговаться, повсюду продают всякие бренды Nike, Adidas, Ferrari, там футбольные команды, все что угодно. Сумки North Face тоже все подделано. Ну, здесь и хорошие тоже есть футболки вон всякие. Я уже себе купил 7 футболок. Кстати, вот смотри, опа, жуки. И вот я вспомнил про Раджата. Раджат, смотри, я нашел жука, ни одного. Тут полно море-море жуков всяких. Бабочек. Так что вот, Раджат, я вспомнил о тебе. Передаю тебе привет. Вот здесь все что угодно, короче. Вот рисунки всякие, тоже тайские. Вон всякие такие рисунки еще. Ну, красиво, красиво все. Они молодцы, тайцы. Делают все очень красиво. Так, короче, мы уже накупились. И футболки купили, и жене и обувь купили, и ей тоже там пару футболок и штанов тоже всяких накупились. Вот. Потом еще покажем вам. Ну, вот такой вот он, короче, этот Night Market, ночной рынок Чангмай, который вот вся эта улица продолжается
наверное, в километра два, и внутри еще много улиц, рынков, всяких товаров. А здесь еще есть торговый центр такой. Сейчас зайдем сюда. Вот китайские суши тут, японские продают всякие. Проголодались, зашли на рынок еды. Посмотрите, что здесь продают. Крокодилье мясо даже продают. А не хотите попробовать кузнечиков? Или тараканов? Или вот маленьких лягушек. А может быть, вы хотите скорпиона? Ну тут можно хорошо покушать. Вот и крабы есть, и кальмары тут есть, всякие вот мидии. Вот такие креветки за 200 баксов. Или вы хотите голубя съесть? Вегетарианец, я не буду есть мясо. Но уже с кем-то здесь разговаривать. Сейчас что-нибудь перекушу. Кстати, еще пиво, посмотрите, как продают. Человек музыку играет. Сейчас я возьму разливного пива еще. Yes, I want. Yes, I want. Опять салат папайя, но я уже не буду брать папайя. Сейчас что-нибудь вкусненькое с пивом. Может быть, суши взять или какую-то индийскую еду. Смотрите, барбекю как делают. Море туристов. О, рыбку такую в бамбуке возьму сейчас. Решил себе купить рыбку такую на гриль. Очень пахучая такая со специями. Она еще и в листьях банановых закручена там. Yes. Мне это все в бамбук сейчас поставят. И это все я за пивом запью. Очень вкусная рыбка. Прямо пахнет так сильно. Рыба на бамбуке с соусом. Очень пахнет сильно. Все. Сейчас буду есть. Вот взял себе литр пива, сейчас залью рыбу этим пивом. What do you think? Look. How much is this? 150 baht. 1 liter. Yeah? Yeah.
Ну все, сейчас покушаем. Вот литр пива Синга.